Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юба Кигарь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня у нас на смотре новый микроскоп для работы по ИО, ну, по инструментальному осеменению. И решили показать, рассказать. Также, друзья, сегодня дальше продолжаем тестировать микроскоп, который мы, наушники, которые мы приобрели, так как вчера в настройках мы что-то там недонажимали. И звук был, кто смотрит в наушниках, в одной только, в одном ухе. В другое ухо, кто смотрит в наушниках, не говорило. Мы там что-то в настройках изменили, так что, друзья, проверьте, говорит ли сегодня уже в два уха или нет. И пишите в комментариях, мы тоже, конечно, проверим и будем знать. Итак, друзья, микроскоп. Купили мы микроскоп для дальнейшей изучения, можно сказать, не для работы пока, а пока для дальнейшего изучения нами искусственного осеменения. Некоторые называют инструментальное осеменение, некоторые искусственное, но тем не менее. И почему такой? Почему электронный? У Миши Гращенко, когда мы побывали, мы заметили, что он пользуется, каждая работа под другим микроскопом. Если для самого искусственного осеменения один станок, микроскоп для отбора спермы другой, еще один есть микроскоп для того, чтобы смотреть на качество спермы, на как сперматозоиды двигаются и тому подобное. Есть же еще запасные микроскопы, но это уже другая история. Мы для себя тоже решили приобрести для отбора спермы электронный микроскоп, так как Машенька пробовала отобрать сперму у Михаила Гращенко на таком микроскопе. С помощью такого микроскопа, соответственно, понравилось нам, так как глаза не устают, удобно работать, все на экране видно. У Михаила Гращенко микроскоп немного другой, но у нас на Украине я не нашел такой модели, как у него. Она есть, но она есть на китайских сайтах, надо заказывать. Я данными ресурсами еще никогда не пользовался, соответственно, решил покупать у нас на Украине то, что есть в наличии. Этот микроскоп немного дешевле, чем у Михаила Гращенко, но он есть у нас на Украине. Он продается в различных комплектациях, но комплектация идет конкретно по столам. Есть вот такой массивный большой, есть менее, чуть поменьше. И есть вообще на гибком соединении, получается, лепешка, присоска, вернее, гибкий, штатив. И уже вы регулируете как хотите. Мы же для себя взяли большой массивный металлический стол для того, чтобы он сразу же и служил рабочей поверхностью для отбора спермы у трутня. Так как станок сам небольшой, он вполне тут поместится и будем работать. Штатив высокий, поднять возможность сам микроскоп, есть куда поднимать высоту. Итак, о микроскопе. Как это выглядит? Вот сейчас под микроскопом лежит пчелка. Вот настолько он это увеличивает, и вот настолько качество картинки. Очень хорошо все видно, очень все хорошо видно, что все оперение, ножки, все хорошо видно. Смотрите, хоботок, как она вытащила. Эта пчелка у меня в клеточке лежала с маткой. Пришлось ее, конечно, самому убить, можно сказать, для того, чтобы она полежала, видимо, она еще ножками, лапками машет. Также тут есть капилляр. Михаил Гращенко нам подарил стопочку капилляров, за что мы ему благодарны. И, чтобы вы понимали, как выглядит сам капилляр сейчас его постараемся найти, вот. Как выглядит величина капилляра на данном микроскопе. Видим, что он хорошо видно, что вы спокойно сможете работать. Расширение хорошее и лучше не надо. Также у этого микроскопа есть возможность записывать видео и делать фотографии. Если вы работаете и что-то хотите сфотографировать, есть флешка. Я сюда засунул уже флешку. Можно записывать. Конечно, звук он не пишет, но можно записать сам процесс, и выложить его, например, в ролик. Также можно сделать фотографии, это при желании уже. Прямого подключения, конечно, к монитору
я не разобрался, по-моему, тут нет, так как когда подключаешь кабель к монитору, тогда, ну, он видит только флешку, только наявную флешку в нем, а сам монитор как бы картинку не передает. Может, какими-нибудь различными программами можно это и сделать, но я не буду разбираться, мне это не столь важно. Также тут есть, вот получается, увеличение. Не, это, наверное, не увеличение. А, нет, это я смотрю какие-то фотографии, те, что я делал. Так, это не то, друзья. Где-то есть увеличение. Не, вот это пошла запись. Запись нам тоже не нужна. Выключим. Так, тут у нас... Да, вот это, наверное, увеличение. Да, в два раза я увеличил. Мы видим, еще стало больше. Так, по-моему, сюда. В четыре раза увеличил. Еще стал капилляр намного больше. Ну и все. Ну, мы будем работать на нормальном расширении, на вот этом стандартном расширении. Так как вполне этого достаточно. Вот смотрите, вот пчелку, когда ложим под экран, она столько занимает места, что если бы даже, ну, дальше уже некуда расширять, так как, ну, просто пчелка занимает уже весь экран. Этого вполне достаточно, чтобы, ну, раздавить трутня, выдавить из него сперму и набрать. Вот, друзья, вот такой микроскоп. Зачем мы это вообще снимаем, показываем, друзья? Ну, желающих осилить его очень много, насмотрятся различных операторов по его, еще посчитают их как бы заработки и, соответственно, конечно, желание у кого-то, ну, значить. И он появляется. Но это, ну, недорогое удовольствие, друзья, это недорогое удовольствие, для этого мы и снимаем, показываем, что для этого надо. Чтобы просто ребята, ну, не купили половину оборудования, а потом уже остановились, так как много чего надо для этого покупать. Или просто сначала купят, а потом оно на полке будет у них пылиться, так как работать с этим тоже не смогут. Так что для этого показываем, рассказываем, а кто как хочет, пускай так и делает. Также были вопросы о, как бы, о продаже маток его. Друзья, ну, я вроде бы озвучиваю в своих роликах, что это вообще-то мы это покупаем для нашей работы сначала. Хочем что-то-то пробовать. Речь не идет вообще никакой продажи, даже мыслей пока еще нету никаких, чтобы что-то-то продавать. Для того, чтобы что-то продавать, надо что-то иметь. Соответственно, продавать мы, ну, в ближайшие два года уж точно ничего не будем, так как 2020 год, мы просто будем учиться механически это все делать. И если у нас это получится, тогда на 2021 год мы уже подготовим определенный ряд семей или будем покупать, пускай будет, может, где-нибудь каких-нибудь племенных или тому что-то подобное. И только потом уже будем что-то-то пытаться делать. А 2020 год будет посвящен просто учению механической вот самой работы, без предпочтения каких-либо там дочек или каких-либо батьковских семей. Это просто будут браться определенные трутни, ну, любые, говорю, трутни, будет с них пытаться отбираться сперма, будет браться любая матка, которая будет пытаться, ну, которую будем пытаться осеменить. Так что 2020 год будет просто посвящен учебе. Еще раз, Машенька, покажи, как выглядит капилляр. Видим, как выглядит капилляр. Мы заказали станоки по оттяжке капилляров. И, ну, когда придет, все покажем. Все, друзья, на этом будем заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы. Кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.